Вы, конечно же, верите в пиратов. Взгляните, вот как их видят зрители. Придется вам поверить в легенды о призраках. Вы среди них. Наши пираты — это потрясающие персонажи из мира волшебного, фантастического. Мы взяли за основу аттракцион, посвященный пиратам. Сочетание, которое взбудоражило воображение зрителей и обусловило успех картины. Добро пожаловать на Карибы. Первые же пираты Карибского моря произвели фурор. Джонни в роли Джека Воробья был неподражаем. Он создал уникальный образ. Воробей стал кумиром, всеобщим любимцем. Как приятно, что пришло столько народу. С теплотой вспоминаю первые фильмы франшизы, и она все набирает обороты. Смотришь фильм, и возникает ощущение «невозможное возможно». Джек Воробей. Знаешь такого пирата? Новый фильм и новые герои. Мой привнесет дополнительную остроту и объемность в эту одну из мощнейших франшиз всех времен. Мертвецы теперь властители морей. Здесь и новизна, и неординарность, и ужас, и совершенно другой взгляд на фильмы о пиратах. Пиратская доля. Disney представляет «Пираты Карибского моря». Мертвецы не рассказывают сказки.